Вместо того, чтобы сказать, давай, 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 что он 50 раз сделал? Что он 50 раз сделал? Победа придет.
ты видишь, да, старый кинер, старый, старый кинер. Теперь я знаю, что он в эту сторону ничего не делает. Поэтому я держал одну руку. Старался я стоять только в одной стороне, только в левой. Только в левой. Все старался. Меняешь, значит, там уже по-другому бороться. Да. Ну, я не показываю, что не знаю. Ноги широкие, дохнут. Завтра 14:30-15:30 парная. Кто сможет подходить? Сколько? 14:30-15:30 мы должны уже выйти. А куда? Здесь парная. Я вышел. А, парная? Да. Понимаешь? Ты отрабатываешь, отрабатываешь право и делаешь те броски, что правша там. Колени делаешь там, бедро, клара. Справа. Справа там нельзя делать так же прием. Там по-другому делать. Мне это тяжело. Это знаешь, как надо пахать? Там врубать захваты, двигаться. Не так, как ты стоишь. Сейчас захват ты стоишь. Подсечка изнутри, зацеп боли. Раз, показал, показал зацеп боли не через плечо. Сказал, плечо влево-вправо. Там же комбинация, там не так. Да нет захвата такого сверху отсюда. Это все. Захват снизу. Руки подбивают сюда. Подсечка, она сюда показала. Да, левша, там можно еще просочковать. Но надо хорошо работать левой ногой, делать подсечку левой ногой, подхват, цепь голени хорошо можно вылететь. Подхват, задняя подножка. Надо еще посмотреть, что же можно. Раньше можно было вонючки делать, мельницу делать. Сейчас нельзя, но можно какую-то придумать. То есть отсюда все зависит. Есаш, чуть-чуть дверь прикрой. Ты понял, да? Должен смотреть, должен думать, должен. Я постараюсь, конечно. Сейчас собрание журнала и все не нашел. Надо сесть и посмотреть, а пока видео выставляется, что у меня. У меня на кухне кто-нибудь. Ну, вот борьбу это, наверное. Просто здесь есть у меня экран, но я боюсь, свет выключается. Выключился свет, он раз горел. Стабилизатор. Стабилизатор. Надо бороться умненько. Левша, а он
опыта работы с захватом, присутствием захвата, право показал либо просто выше. Смотри, как тебе просто больше нравится? Нравится? Вот такая борьба, значит вправо. Не нравится, значит больше влево. Я не понял.